Facebook нам не друг. Администрация всемирно известной социальной сети решила ввести свои санкции против россиян, конкретнее против жителей Крыма. Пользователям, которые хотя бы раз вошли в соцсеть с крымского IP, отныне заблокирован доступ к платным аккаунтам и услугам. Это значит, рекламными возможностями Facebook и крымчане воспользоваться уже не смогут. Ну, кстати, многие небольшие отели на полуострове заманивали к себе клиентов именно через соцсеть. Теперь придется искать альтернативу. Эксперты говорят, что Facebook еще долго продержался. Google, например, в качестве санкций отключил весь инструмент коммерческий еще в январе 2015 года.